Какой кошмар! На секунду я даже подумал, что сошел с ума. Скажи на милость, Паркер, почему ты висишь посреди Манхэттена вниз головой в костюме, который никогда раньше не надевал? Вон там, Человек-паук! Он не похож на него. Кто же еще это может быть? Переоделся, чтобы нас одурачить. Не хочется совершать ошибку. Ради миллиона можно рискнуть. Ого! Невероятно! Я чуть не перелетел через крышу. Такой прыжок я совершил впервые. Моя паутина, она выстреливает сама по себе. Теперь он слишком низко. Вызови подкрепление на улицу. Вот он! Держите его! Держите его! Вот он! Что я делаю? Защищаюсь, вот и все. Поразительно! Костюм увеличивает мои паучьи силы. Интересно, до какой степени? Раньше я не мог поднять и Volkswagen. Ага, снова мои поклонники. Эй, он прячется за пожарной машиной! Я ценю стиль, но лучше быть менее заметным. Как раз то, что мне нужно. Эй, сержант! Он направился туда. Миллион будет моим. Пожалуй, я оставлю тебя. Эй, йоу! Никто на Земле не способен на такое. Может, он с челнока? Питер Паркер. Нет, постой. Может, этот костюмчик? Или что-то более консервативное? О, нечто итальянское. О! Кажется, моя жизнь теперь станет сплошным развлечением.